На протяжении многих лет жители Заволжья приходят на водозаборную колонку за водой из градецких источников. По вечерам и выходные дни здесь бывают даже очереди. При этом свои автомобили заволжане оставляют на обочине перекрестка, что зачастую мешает проезду другого транспорта. Уже вскоре, благодаря проекту поддержки местных инициатив, ситуация поменяется. Для этого будет проведена реконструкция небольшого участка сквера Победы. Здесь планируется у нас создание зеленой зоны, то есть это будут клумбы, будут газоны. Также из брусчатки будут сделаны у нас пешеходные дорожки. Вот, будут организованы парковочные места для автомобилей и перенесены водоразборные колонки с того места, где они сейчас существуют, на порте фильтростанции, в эту часть. То есть для удобства наших граждан и создания безопасности на дорогах нашего города. С инициативой переноса водозаборных колонок выступили сами жители города. Теперь при софинансировании местного областного бюджетов, а также средств спонсоров, набирать чистую градецкую воду заволжане будут с комфортом. Планируется, что реализация проекта стоимостью порядка 3 миллионов рублей должна быть завершена к концу октября.